куда отдать на занятия ребенка, где поправить свое здоровье и почему спорту все возрасты покорны. Ответы вы узнаете прямо сейчас. Ездим на курорт отдыхать, там бассейны есть, мы не умеем плавать. Решили вот научиться красиво плавать. Для здоровья очень полезно, конечно. Считаем, мы оздоравливаемся, да? Ой, я вообще, у меня ноги болят, болели. Я сейчас, я вроде плаваю, ничего. Здесь лет плаванием и 5 лет волейболом. И 2 моих любимых вида спорта соединились в один, и вот прекрасное водное поло. Водное поло – это достаточно динамичный вид спорта. Он развивает выносливость, он развивает силу, он развивает, само собой укрепляет сердечно-сосудистую систему, мышечную систему, скелет, мышечно-скелетную систему.